Санкт-петербургский художник Игорь Шеймарданов с 2000 года создает необычные пушкинские серии. 47 произведений из серии «Деревенский Пушкин» теперь в музее Пластова. Ее куратором выступила заведующая Центром восточных культур филиала Ульяновского областного художественного музея Светлана Сабирзянова. Сначала он показывал их в Москве, в Государственном музее Пушкина на Старом Арбате. Затем вот они приехали к нам в Ульяновскую область. То есть мы вторые по очереди, если можно так сказать, которые представляют миру и стране вот этот замечательный проект. Работы Игоря Шеймарданова выполнены в лубочном жанре и пронизаны тонким юмором. В постановочных сценах Пушкин изображен таким родным, близким для художника и доступным для зрителя. Названия тоже знакомы, они дублируют названия уже известных картин, например, «Грачи прилетели» или «Аленушка». Есть работы, связанные с народной культурой, например, «Первый парень на деревне». Все работы написаны на картоне маслом, при этом художник использует особый прием процарапывания иглой, при этом получается необычная фактура картин. В рамках работа выставки на территории детского музейного центра «Аркадия» для ребят 3 класса лингвистической гимназии был проведен мастер-класс по оформлению деревянного коня в технике декупаж. С ребятами мы делаем коня не случайно, потому что на многих работах, которые представлены здесь на выставке Игоря Шеймарданова, мы видим с вами вот этого героя пушкинских стихотворений. И вот вместе с ребятами в детском центре «Аркадия», где открылась сегодня выставка Игоря Шеймарданова «Деревенский Пушкин», мы тоже делаем своего такого необычного коня в народном стиле. 1 июня, в День защиты детей, эти кони, сделанные руками детей, и другие поделки участников детского центра «Аркадия», будут представлены на выставке-ярмарке. А выставка Игоря Шеймарданова будет работать до 6 мая. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.